МВД Дагестана обнародовало видео допроса квартирного вора, который был задержан накануне. Напомним, что в сентябре этого года в Махачкале были вскрыты две квартиры. Полиция установила, что преступление совершил 42-летний местный житель. Он проникал в чужие квартиры путем подбора ключей. Известно, что злоумышленник в одном случае украл крупную сумму денег, в другом – ювелирные изделия. Задержанный сознался в содеянном. На данный момент возбуждено уголовное дело. Задержали за кражу. За две кражи по адресу Лаптеева и Шамиля. Я зашел в квартиру на Лаптеева, ничего не успел взять, вернулась хозяйка, я сбежал. Затем заехал на Шамиля, обыскал квартиру. Открыл путем подбора дверь, обыскал квартиру, нашел денежные средства в размере 900 тысяч рублей. Никто мне наводки не давал, ничего не давал, просто искал подходящий замок и все. С похищенным что вы сделали? Потратил по собственному усмотрению, на свои нужды.